Здравствуйте. Вступаем по новому карнавалу. Ты насмеялся со мной? Но я заставлю тебя за это заплатить! Это фен притворился. Что за сука? Опять вторжение, ёбаный в рот. Так, ну может с приходом, да заебали вы, с появлением Гефеста хоть на лад пойдут дела, хотя бы скульптуры там или броню можно сделать, тут пиздец какой-то. Пока посмотрю. Лес. Вот этим доспехи можно будет продавать. Мне просто интересно. Могу ли я кому-то культуры сбагривать? Видимо, вообще бессмысленно делать скульптуры, только хотя покупать все равно придется, сколько же скульптур, наверное, так и мало, блин.
Так, правда, вопрос риторический. Где, блядь, эти скульптуры на этом? Никто даже бронзу не продает. Только сим, если захватывать. Другого выбора нет. Захватили сим. Очень кстати. Так. Что он нам будет давать? Он нам будет скульптурами платить. Хорошо. Жаль, я их сбагривать, блядь, не смогу потом. Они мне, кроме как на это, и не нужны больше. На храм. Мэгги, тихо. Доберется, блин.
строится с вторжением программы. Дерево еще нужно. Подъехали. Первые. Предал меня, подлый предатель! Ха-ха-ха! Приготовься скрестить мечи с Ареем! Ареем, блять, как ты заеб. Вы, блять, другие ебаные приятели. Выгнали его в пизду без особых таких потерь на этот раз, что не может не радовать.
что? С деревом разобрались, да? Тогда можно его продавать, нахуй. Пока больше не покупаем. Вот это еще одно. Немало. Съебали эти троянцы, блядь. Понимаешь, я у них под боком буду подать каждые 5 минут от ебануться. Сами сможем доспехи делать. Стрёмно, пиздец. А? Да стремаюсь теперь этот... когда наводишь на плеер Ютуба, там снизу, сверху такие немножко затемнения такие появляются. А-а-а. Блядь, чё опять? Телевизор моргает, думаю, какого хуя? Только из-за ремонта забрал. Чинили. Чинили, блядь. Так, что ты здесь сейчас сделал? Он опять как дал, блядь. Дорогу дал, блядь. Ёбаный. Да, сотрем.
шикарно может героев играть. На 32 дюймах. Это раньше нельзя было. Чего-чего? Раньше нельзя было что? Ну, у меня аж было 17 дюймов, а теперь 32. Но они не то что прям такие. Чтобы для 32 дюймового монитора. Ты фишка. Что ли? Танцу как-то по-другому сделать, тут мне приходится на пол экрана мышку двигать, блядь, по всему столу с замахом. Саляма, блядь. Чего? Дар от саляма алейкум. Салам. Или добрый вечер. Вау, что в готику решил поиграть? Опять что ли? Ну да. Во вторую, по-моему, сейчас. Не сидит сын. То у него там Black and White, то еще. Когда это из игры в игру не может ничего дополнительного. Самое главное, это секиру забросит. Пугался, погнали. Меня там это, блядь, это откатилось, блядь. Как оно вообще могло произойти? Тем более, зачем ему была чиповка, если ее лицо уж на этом конце? Ну, я думаю, что тут не чисто. Можно сегодня в Serious Sam поиграть. Надо только этому написать, чтобы он там установил, если он еще не установил. Ну, он может сейчас забежит. Теперь список обновлений города, улучшения зданий теперь открывается прямо во всю высоту экрана. Листать не надо, я аж потерялся на секунду. Что такое? Мои
А ты во второго сама что ли не гонял, получается? Ну, играл, конечно, когда он выходил. Но не в кооперативе. Там надо вообще посмотреть, там через Steam-то он коопится, или там какую-то ебату надо ставить. Сколько я помню, мы через Хамачи коопили, но, по-моему, через Steam спокойно все коопится сейчас. Раз они пишут, ну, в магазине своем, что если есть там, кооп. Если там хотя бы IP, через IP можно уже не плохо. Так этот, сейчас же не прикрутили этот Play Together, или как он? Так это для этих локальных игр. А я думал, там они типа прикрутили этот эмулятор Хамачи. Да нет. Да. Я думал, сова. Вот мы тоже думали с Мартином. Ну, мы, по крайней мере, с Бормом тестили только Cuphead, но вот... Потому как он работает, я не представляю, как там можно в онлайн подсоединиться, кроме каких-то... Ну, не по локальной сети. Там пиздец. Там... Это, знаешь, это похоже на... Когда экран захватываешь, короче, и ты можешь еще мышкой управлять, чтобы на чужом рабочем столе, короче, нажимать там всякое. Понял, да. Ну, типа того. Это как этот, Гальперов с Аладиловым, мы хотели этот, в Обскюр вместе играть. Угу. Ну, а для Обскура как раз, наверное, типа того, она бы подошла, эта штука. Ну, у них не получилось, у них задержки лютые были. Ну, вот со Steam, может, у них получше дела в этом плане. Ну, у нас, по крайней мере, в Cuphead не было проблем особо с задержкой. У нас было проблемы с нормальным подключением, оно постоянно там один раз из пяти, блин, подключалось адекватно. Ну, когда подключался, то там проблемы с Steam не было. Там от интернета, наверное, все зависит. Ну, естественно, да. Есть всякие эти сервисы, которые облачный гейминг. Причем они так довольно-таки давно уже появились, добро типа от Google Stadia и прочего. Там один раз даже реальную версию пробовал, там погонял в Saints Row 4, в GTA 5 по-моему, погонял.
Так, еще немножко хила можно звать. Честный народ голодом борешь. Ага. Да они жрут как не в себя. Население-то 2000 человек всего. Ваша команда добилась успеха. Хил прикат. Сразу сбагрим на задание. Государство сразу задание дает уничтожить лагерь варваров. Лагерь варваров вообще на другом континенте находится. Чего они, как они вам помешали? Только козлы. Ладно бы, я понимаю, там рядом под боком стоял. Реально помеха могла бы быть. Ты преуспел в своем деле. К счастью для тебя и для богов. Молодец. Так, ну осталось ёбаный Лернес захватить. Думаю, проблем это не составит. Народ туда хуище. Так. Большая статуя Гефеста. Углу карты отстраиваюсь. Там это, за моими территориями, там на ледниках такие отряд варваров стоит, такие бедные. Сторонки такие. Не разнусные. Туда-сюда шевелятся с одного декса, в любой переминаются. Ждут. Да, ждут судьбы свои. Дратите. Дратите. Да. Че, First Encounter, если что, скачать, да? Да.
Угу, все, поставил раскачиваться. Да он гик висит, я ну бы... Да, он бы... Ну да, ну просто у Моргана интернет там на мобиле. Я уже его давно уже... Я его скачал, когда и купил в тот же день. Да это да, но я просто говорю то, что это понятно, что ты переочковал такой, ну давай, не качай. Да не, я в плане того, чтобы потом не ждать сюрпризов не было. Да. Окей. Андрич, давай ты определишь мою судьбу в этом ранней готике, паладин или наемник. Даже если его собственный город убьён без пушки. О, всё, заебись. Жены, там я. Какой-то... Ещё как Игами Лайт, я должен сказать, такой, эх, как прям, блядь, и планировалось. Он так и говорил, а помнит, его корона сразу так, блядь, и планировалось. Там что-то пока у тебя на стриме был, какая-то речь шла о камне Пинуса. Это что? Или глаз Пинуса, что ли? Вот сразу графони, где лучше. Белозист мне кидает скриншоты с Папайи. Ну, в Папайи определенно круче графон. Смотри, там какие хай-рез пиксели. Там 8К все. Блин, прикинь, на 8К мониторе врубить. Донди, это ж пиздец. Ничего не включится, там нет разъема. Бля, кстати, вот тут баг есть хороший, но я им, естественно, пользоваться не буду. Да и то с читом только работает. Короче, если включить дебаг мод, ну, режим разработчика, так скажем, и одевать и снимать пояс, который добавляет плюс 5 к силе, то сила остается постоянно. Просто можно посидеть, так понажимать, у тебя в самом начале игры, там, это миллион силы просто. Да. Чё ты опять в готику-то играешь? Очень хочется. Ты в Black and White встал? Да блин, я прям сидел сегодня такой, это на меня нахлынуло. Я смотрю на полку, а у меня там готика в 5 копиях валяется. Я такой, блять, надо. Я овцу зарезал, все, я герой, которого заслуживает этот мир. Ну не тот, который ему нужен. Нужен, нужен. Я придумал, надо кепку выпускать. Папайка, я погоди, Папайка, кажется, что-то дом. Такое есть уже. Папаха есть. Ну, Папаха, да. Другом. В ней там Петька с Василием Ивановичем уже гоняли. Папахи. Ах ты, маленький гоблин. Блин, я, кстати, посмотрел, как Улхард играл во второй готике, но чувак как будто в РПГ вообще не играл, на самом деле, практически. Он просто даже не пытался там договориться с чуваком, чтобы тот его не пиздил, а ты сразу в пизде полез. А у него там квестов потом до хрена. Ну не до хрена, но парочка точно, они в начале игры могут помочь. Буденовка, это Папайка Буденовка? Буденовка это такая треугольная шапка с ушами. Как он? А, я хотел сказать, как у Наполеона. Как у этих... Ну, у пиратов всяких. Нет, нет, как у этого. Чужой Завет смотрел, вот, они прилетал. Да. Такие... А, шапки-ушанки там у них вообще были какие-то. Ну, это не шапки, они такие, это, конусообразные сверху. Ну, я понял, там какие-то другие у некоторых были, это, да. Как у Красной Армии. Да, ну да. Как у скелета на постере игры. Блин, кстати, что очень радовало во второй готике, то что у нее всегда стабильные 60 FPS были, даже на моем старом компе. Она прям мега вот идеально работала всегда. Но загружалась долго, потому что в отличие от всяких Skyrim... Да, ну да, и Skyrim можно привести в пример, там... Не просто загружались, там загружался мир вот этот открытый, это и потом... Да подгрузок, короче, нет же, когда ты в помещение заходишь. А локация здесь нехило огромная. Так, стоп, не загрузить, сохранить, ты чё? Фу, блин, хорошо заметил. Давно не видел тебя, Белозист. Хотя не, вроде недавно был. Франциз, Белозист? Да нет, Наполеон. А, может быть, потом мою честь не зовут какое-нибудь психическое заболевание или пирожное.
Смейся! Это было в этом же, кажется, как там Наполеон Капут? Это был Гитлер Капут. Ну, погоди, а Наполеон как там был? Наполеон... Как... Против Ржевского? А, Наполеон Капут лучше. Наполеон Капут. Они не стали заморачивать. Ну да, вроде бы... Наполеонский титбит. Было бы хорошо. Я не ядерный Париж, бля. Прикинь, это Гитлер такой сидит, мы устроим им титбит, в смысле блицкрика. А, ну да. Блицкрик это... Быстрая война же это. Быстрая война, да. Я это узнал, потому что в детстве листал книжку, там это Херлов Битструп такой, не знаю, как он, художник, короче, да, был, это у него там постоянно про Вторую мировую что-то было, там Блицкрик везде было написано у него. Бля, они меня сейчас, это, блин, чё ж, гоблины, они понерфили, что ли, то есть наоборот, апнули. Что бы ты сделал, если бы тебе дали $1,000,000? Я бы вложился в какой-нибудь бизнес и нормально бы жил еще заодно. Проспонсировал бы свой алкоголизм. Чё? Нет. Ну, мой тогда. Нет. Чё, даже пиво бы не красное. Шёл нахуй. Ну, я бы сразу так с порога. Эй, педрила, налей мне пиво. Я такой, ну да, ну теперь-то я должен, блин, ему пиво, наверное, взять. Да я в армии, блядь, с черным весом. Помнишь меня? Да, блядь, помню. Это я Барни из Симпсонов. Там же тоже Барни был. Алкаш. Блин, у него отрыжка смешная была. Там предыстория у него забавная, что он там прилежный ученик был, там Гомер споел, грубо говоря. Ну да, да, да. Сиги научил курить. Это из анекдота, чувак, то, что прям дали $1,000,000. Что бы ты сделал, если бы тебе дали $1,000,000? Я бы долги раздал, остальные подождут. Нихуя себе, блять, у него долгов. Наверное, смешно. У тебя там дикие псы завелись. Так, вот с этим Симом можно торговаться. Так, жрём грибы и яблоки. Я Посейдон! Поклоняйся мне, и море будет твоим другом! Чё, это дико ежа или чё? Жрём грибы и яблоки. Ведущий, я один слышу этот подозрительный голос. Да. Ты о чём вообще, белазист? Здесь кроме нас с тобой никого нет. Я один, ты знаешь. Кукуха, поехали. Пока. Не, а пока такая кукуха. Ах ты ж. Блин, меня теперь бесит. Здесь такое бывает, то, что тетива лука, она оттягивается. Чё? А, короче, это, да, тетива оттягивается же, когда он стреляет. А, не, нормально все. Короче, иногда бывает такое, что он лук обратно надевает, когда за спину, так скажем, прячет. Это у него тетива такое остается треугольной, и ты постоянно ходишь, как ебучий, блин, не знаю, флюгер какой-то. Да. Может быть, они пофиксили это в комьюнити патче там. Я удивлен, это оказывается комьюнити патч вообще в марте 2020 года кто-то умудрился еще что-то накатать. Там она и так... ошибки. Ну, ошибок, да. Ну, кстати, вторая готика менее была такая забагованная, чем вторая. О, первая, то есть. Так, кстати, мы еще перезапустим игру, потому что заметил, что я в инифалике кровь не прописал. Ведущий у меня. Раздавай, белазист. Сейчас, Влад, детейл, я помню, там нужно на тройку. Чего, в смысле, ты не знаешь, что... А, вниз. Так, вот, Влад, детейл на тройку надо. Опа. Что, я просто люблю это так потом выслеживать, иногда свою жертву оставлю, им мало хп, он меня отпиздит, а я потом вижу за ним след кровищи такой там. Отпиздит.
Почему у тебя такой дорогой смайлик с изображением немного похожим на тебя, а? Так говорил. Чувак, не я цену выставляю. Это стандартная подписка. $5 отвечаю. Если будет там 3 подписчика, то мне то появится еще один смайлик. Там вот все дела. Я имею в виду то, что будет, можно будет добавить еще один смайлик на подписку за $5, если что. Так там есть за 9, кажется, это баксов. Подписка, еще и там ГАМАС. Так, все, настройки сделали. На роликах игра вылетала, кстати говоря, но совместимость с Windows XP, второй сервис пак помогла, слава богу. Так, теперь я вижу наконец-то твой прекрасный сад. А подписка это платная? Есть бесплатная подписка, чтобы просто уведомление приходило там, что мы там стрим начался, а есть платная? Отслеживание и подписка. А вот когда этот типа чат доступен только подписчикам, это кто отслеживает или вот нейтральным подписчикам? Нет, у Ёшкиного кота, кстати, я заметил, какого-то хера было врублено то, что только подписчики могут писать в чат, и там нужно было именно просто follow вот это сделать. Отслеживание, понятно. Блядь, голос не уходит, белозейство вызывай. У дьявола, я не знаю. Он уже здесь. Ух, ё, а чё сейчас такое долгое сохранение? Видимо, какое-то место кривое выбрал. Не, рили, он сейчас сохранился, нифига себе. И такое бывает. Я что-то не нашел кнопки Quick Save и Quick Load во второй готике, как будто их нет. Кстати, да, еще я вот, видишь, Белази сделал там вот и он скинул смайлик, но не потому, что он на меня подписан, а он просто на один стрим там с помощью очков можно разблокировать его. Просто сидишь на стриме, очки накапливаются, они там вроде как мега быстро налетают. Там каждые 15 минут как полтиннику приходит. Потом по десятке тебе капает каждые 5 минут, и за каждое посещение стрима, если на каждый стрим приходишь, тебе от 350 до 450. Нифига себе, ты даже запомнил это. Ну, когда не капают, тебя так наблюдаешь. Я ну, в смысле? Всякое тебе есть на твоих стримах. Следить за очками на моих стримах, да. Нормально. Я бы так же поступал. Что за Tenedos, блин, кстати, Tenedos. Что-то он долгие загрузки какие-то делает, или просто еще не сохранение. А, Tenedos это свои. Окей, правильно. Прежде чем с ним говорить, я хочу волков попиздить. Позорно. Да. Где ты? Кыс-кыс-кыс. А, да, тут еще и пещерка с нычками всякими. Белазист, ты не говори, что у тебя вопрос, ты просто задавай его. У тебя там нет квоты какой-то же, это ограничений по вопросам. Стал вопрос. Угу. А когда папа еще спросит, что-нибудь такое участок? Вот, ведущий, зачем тебе усы? Окей, хороший вопрос, мне нравится. Еще вопросы? Хороший вопрос. Следующий. Next question.
Ну что, микрофон передайте другому человеку. Что вы говорите, молодой человек? Да. Он сколько лет, Да, да. Зачем тебе усы с двух сторон? Ну, тогда у меня были бы не усы, а ус, чувак. Это. Ус. Блин, надо игру перезапустить, походу, потому что что-то долгие сохранения. С первой Готикой тоже такая хуйня была почему-то на новом железе. Там все новые скриншоты выкладывают из модификации фанатской. Значит, на что модификация? Fallout 4 New Vegas. Короче, Fallout New Vegas, значит, ну, движок четверки приносит. Да. Там прям работа кипит. Я вот что-то аж жду, такое что-то меня заинтересовало это так. Mm-hmm. И бутылки вода, блин, ну чувак, это Боржоми. Боржоми пересел. Наверное, разница-то небольшая будет. Беседка-то в движке не умеет. Ну, хотя бы покрасивее будет выглядеть. Не гони, ну, наверное, у меня тогда здесь газированная водка, судя по всему, да? Хотя уверен, такая есть. Ну да, вроде. Такой есть. Я вроде от бати про нее даже слышал. Газированная водка, господи, ага. Включение. Так, здесь лежит Иотар 721 по 762 год. 41 год прожил чувак. Ну, в средние века это дохуя. 41 год средние века, это считаем умер глубоким старцем. Да вообще. Не, ну это правда же, там из-за гигиены и так далее. Сколько? 25 лет среднего, ну. Бля, это пипец вообще, да? По-моему, даже еще меньше. Ой, так. Волк. Молодой волк, отстаньте от меня. Ой, второй молодой волк. Второй молодой волк убил меня. Цирка сбежали, видимо. Нет. Ты месть за то, что секиру бросил. Была такая черная смерть в баночках была, 38 градусов была это вроде. Это я, но... черная смерть. Гадюка. Веном. Не, гадюка же. Губила, то есть. Да, губила черная. Да, я через спину пила перепутал. На банке там еще был этот черепок такой в цилиндре нарисован вроде, да? Что-то знакомо звучит, а сама банка не черная была? Да, она черная и там вот такого металлического цвета вот именно. А, ну логично, блин, что это такой, ох, Шерлок нахрен, черная смерть называется, наверное, банка черная. Твой пахан пил водку, а ты пьешь воду даже газированную, скукота. Чувак, да, мой батя любит выпить. А я от этого, слава богу, ушел. Знаешь, откуда у меня эти шрамы? Банку пытал. Когда у банки вот эта вот хуйня отломилась, которая должна открывать ее сверху, ну ты понял, вот рычажок, блядь. Я пытался сделать это зубами, банка взорвалась во рту. Мы раскусили эту тайну Джокера. Кокера. Сохранения починились, хорошо. Нафига ты банк? Кто-нибудь шарит? Что там с Наполеоном после войны было? Он же вроде как живой остался, там изгнали или что-то такое. Я думал, вместе со всеми ну, замерз. Первый знает. С Гитлером в бункере откинулся. Так он был и его фрау. Да. Надо было просто пальцем сильно давить и все чьи слова гнали. Это Джокера тогда. Да, на ПТВ крутили всю трилогию Нолана по Бэтмену. Там этот темный рыцарь зловного нет, где он этот... пристает, как ее звали-то? Ну, баба Бэтмена это. Да.
И такой, а че ты нервничаешь? А ты че нервничаешь? Я вот, кстати, вот говорил здесь, это, ну, мне Дискорд, то, что в «Ночи Ворона» некоторых персонажей полностью переозвучили, я в детстве не понимал, почему, а сейчас-то в курсе то, что у них новые реплики появились, а актеры могли быть недоступны просто. Чего переозвучили? Некоторых персонажей во второй готике в дополнение «Ночи Ворона» полностью голоса поменяли, потому что новые реплики же появились. Но, с одной стороны, я сейчас понимаю, что это правильно, а с другой стороны, это я сейчас сижу это и вспоминаю то, что некоторых персонажей полноценно так и не переозвучили, только реплики отдельные. Ну и, естественно, тут... Блин, мне интересно, останется здесь этот косяк озвучки, когда Рэйчел... Кстати, да, Рэйчел ее звали, эту темпу. Так, это оставили здесь, когда главный герой будет рассказывать магу воды там про одну бабу, которую схватили воры, это он такой говорит, ее схватили воры. Аня такой, блять, ее схватили воры, опять начинает такое говорить. Аня, блять. Я не задал тебе главный вопрос, Сос, давай. Вот, вот! Сейчас вот Лестер до этого говорил другим голосом, а сейчас он говорит голосом этого, блин, репетура, блядь. Репетур просто отнял микрофон, не выдержал, так отдай, я должен озвучивать. Как ты относишься к Папайе на Денди? Чувак, ты же уже спрашивал. Это лучшая игра всех времен нарёдов. Папайя Денди, это который хак Аладдина или о чём? Нет. Да, Паладин 2, путешествие в Персию, блядь. Да-да-да. Не, мы про оригинального Папайя, просто Белазист очень любит Папайя. И вот Белазист, я считаю, что не надо было GTA 5 раздавать в Epic Game. Нужно было вот раздавать Папайя с эмулятором. А теперь вопрос к голосу за кадром, которому из. Вот опять, вот смотрите, у него голос опять поменялся. Видимо, это скрутили это там люди в халатах. Репетура. Белазис, да, тут два голоса за кадром. Прорвался на студию. Давай как всем, окей, вперед, давай, сдавай, что там хочешь узнать. Так, вам вопрос, как вы относитесь к Папайе на Денди? Никак. Я вообще только до этого момента думал, что Папайе на Денди это как Аладдина, что я только что с той карты, я знаю, что вы каждые 5 минут будете просить помощи, но нахуй. Окей. Okay. Что меня, кстати, радует, в этом патче они добавили оконный режим, но он на весь экран остается играть без этих, без рамки его. Уважаемые ведущие, можно отключить голоса? Они не знают Папайя на Денди, они не идут в ногу со временем. Хомяк там? Нет, это Белазист. Да я понял, просто. Ну, может, это Вальтер Эго. Ну да, еще одна. Блять. Болезнь прогрессирует. Билли скоро... Миллиган. Да, я хотел вот как раз сказать, скоро анекдот про Билли Миллигана будет заканчиваться, хомяк уебывает отсюда, заебал.
Бери маковой, это как в одной серии в Бэтмене, где у Двуликова еще одна личность появилась, в судье какой-то был. Да, было. Там это серия вроде была, где он его вылечили, вроде как сделали ему пластическую операцию, а он наоборот начал видеть, что у него обе теперь стороны лица изуродованы. Ну да, он совсем там долбанулся. Я помню, была серия, где ему не сделали, а хотели сделать, его типа кто-то похитил из больницы прямо перед этим. Потом выяснилось, что это он сам себя, короче, украл. Блин, я вот всегда мне это... Вот ясно, я и Ирен это хорошо показали, там то, что когда Джим Керри, одна его личность отключилась, это, а другая его начинает это утаскивать, и он бессознательный такой, встает руку поднимать, как будто его кто-то тащит. Потом, да, она положила одну личность свою на заднее сиденье, а потом встал такой, сел за руль. Ну, а вы пересмотрели этот фильм. Охуительный фильм просто. Чем болеешь, бля... Ну, что-то у меня с головой не так, братан. А так, все в порядке. Да, блин, он поднять делаться так. Анекдот будет начинаться, заходит, реверси полевая мышь. Еще у него там еще, блин, какого у него не, блин. Леминг стал... Леминг просто вроде бы у него был. И Леминг, блядь, в бар. А да. Бармен на стрим. Леминг киллер, блядь. А Мильстром, он говорит, пошел отсюда нахуй, хомяк и забанил. Все-таки аккаунт. Потому что он так всегда поступал. О, халявный лут. Давай, мое будет. Хуя. Я полный спокойный. Кого ты там успокаиваешь? Полеона. Погладь его. Как да, Наполеон у нас в третьей палате, будет его там двигать. Да, я подвину Сталлоне. Бля, я помню, как в серии это Симпсонов, когда Гомер психушку получил, там, получил, блядь, попал. Там же этот был чувак, который думал, что он Майкл Джексон, лысый этот огромный. И он звонит там Барту Симпсону такой, там Барт еще отвечал, вот я помню, алло, крематорий вы заказываете, мы жарим. Такой, привет, это, я это... Майкл Джексон, ага, там вот Наполеона, у вас там нет, такой, возможно, это большая больница. Там же эта серия, где они с этим Майклом Джексоном там подарок на день рождения Лиззи сделали, там видите. Ну да. Viva, it's your birthday, happy birthday, Lisa. Это та же серия разве была? Да. Ну, естественно, этого чувака озвучил сам Майкл. Но его он попросил, чтобы его в титрах не указывали вообще. Это белозист, чем болеешь? Попа ветрянкой. Попа гуляет. Бля, сегодня угарнул, увидел вот картинку, где это там ребенка это крестят святой водой, это и нельзя же там это передавать сейчас, это из-за коронавируса и так далее, это его там из водяного пистолета просто в этого пиздюка стреляет. Да, во имя отца пиу-пиу, так и святого духа пиу-пиу. Да просто кино было там. С 10 метров в плашку. Белозист, мы... Ты отходил, мы тебя тут спрашивали, а ты чем болеешь?
Интересный вопрос, давай следующий. Ах, вот ты какой. А этот парень умел. А, он полон дерьма. Да-да. Шоу освободил от стеков, от гнета француза. Сейчас мне благодарен будет по гроб жизни. Я Посейдон! Поклоняйся мне, и море будет твоим другом! Так, я их убивать не хочу. Царь и так и собственной персоной. Так, если приперся, блядь. Я беру дополнительные минуты на обдумывание этого вопроса. Ну, вперед, Белозис, вперед. Пошла. 1-0 в твою пользу, короче, узнать, такая нет ответ. Окей. У тебя там какая эпоха-то уже? 19 век получается? Нет. Ну, подожди, 20-й. 1900-е годы, да? 1924-й. И Наполеон? Наполеон умер. Блин, тут вообще-то изначально Наполеон, тут нет такого, что... По временным этим участкам размазан. Он слышал разговоры как пробраться за стену. Правитель не прогрессирует со временем, только технологии и прочее. Тем временем в Итаке полчища женихов атакуют Пенелопу, жену Одиссея. Все думают, что они и хотят, чтобы Пенелопа отреклась от мужа и выбрала себе другого. Но она только тянет время. Белозис, чего же ты так фанатеешь с этого Папая? Так, идем во вторую колонию, блядь. Песник Оракула объявил так, еще... Так, два святилища и население 2000. Посмотрим, насколько это будет трудно. Чувак, я очень рад картинке. Тут беспокоиться ты чего не рад картинке? Квалор, ты дурак? Чего, куда полез? Не знаю, откуда. Она будет защищать город от нападений.
Конечно, постройка храма Зевсу на горе Ионе – это попытка привлечь к себе богов, если их выведу, может, они выведут. И не будет лишним также построить святилище богини Афине. Хотя троянцы будут этому не рады и постараются изо всех сил, чтобы испортить вам жизнь и не дать построить святилище Афине. Так что будет мудро, дать построить святилище, блять, очень можно быстрее, чем оптимистично звучит, блядь. Тем целее вы будете. Очередной пиздец. О, блядь, вот это местность. Как насрали, блядь. Ну тут на плацу только строить. В принципе, есть где размахнуться. А ты знаешь, что чемпион мира по папаю? Папай? Ой, блядь. Я не знаю. От Ануса оливки пришли. Ладно. Неожиданно и приятно. Ты рабочий. Очень приятно. Все, Наполеон все-таки пошел на попятную, решил мирный подписать трактат. Ну ладно. Его сон начинает меня уже заебывать. Ну, Белазис, что поделать? Какой-то ты нервный. Маркус, убери его, он меня доводит. Игру смени, может, они исчезнут. Ты хочешь, чтобы я в Папайя просто играл, раскусил твой замысел. Нет, говоришь. Игра хорошая, отличная. Не, можно в другую, какую, Папайя 2? Один. Ну, в которую версию? Попаем. Я читер, один. Не то слово. В любую, но на денте. Окей. Нет. Какого Сэма собрались играть? Ну, First Encounter. Аж не Ты всегда бегаешь с луком, чтобы видеть вдалеке там это какие есть противники. Они просто автолочатся. Сейчас 1952 наступила эпоха атома. Белозист уходит и говорит: до свидания, ведущий. До свидания, голоса за кадром. Прощай. Пока ночи, папа. Как говорил Киркоров. До свидания. Чё, сорян? Как
Киркоров говорил. До свидания, мой. Француз слабился, на меня эмбарго хочет свести. Отписка тогда. Ну, что поделать. Пожалуйста. Нет. Посмотри мой фильм. Посмотри мой канал, бля. Господи. Тут у нас луга, бля. А, луга вон тут. На лугу пасутся кто? Кто? Бычары. Ты чё, волчары, бля? Дидона, говорю, Леон, у француза отвоевала. Окей. Я кто не в курсе. Нет. Дидона это правительница Византии, а Леон это какой город французский? Леон это Жан Рено. Угу. Еще и персонаж из второго Резидента. Еще шоколадка такая есть. Почему-то Белозист еще скинул картинку Лев Лещенко там прощай кричит. Ничего, не прощай. Лещенко. И он 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 прокси Лещенко. Именно такой псевдоним носил Гайдай. Какой ты? И он Лещенко. Сделай червя, и он Лещенко. Не, у меня уже... Ну, можно кого-нибудь, можно этого переименовать. Евгения в Ивана Лещенко. Ну вот. Я пока по лесу бегу. Какой лес? Поклоняйся великому Зевсу, я сделаю тебя владыкой всего, что ты только видишь. А. Белозис так хорошо уходит, отписывается. Все еще Льва Лещенко кидает мне в чат. Я уже скучаю по нему. Чат? Как они там? Бэр Быдло назывались или как? Там скетч у них был про человека, который никогда не видел котов. Да. Ты что, ни разу не видели котов? Не? Вот Лев из какого семейства? Лещенко. Thank you.
что, вы готовы увидеть кота? Да. Уверен? Да. Фотографию кота. А, я и таких я видел. Тут хотя бы одеяние крестьянина можно будет замутить. Что ты тут ошиваешься на моей ферме? О, да, это он, Лобард. Там уже была там рыбчина готика. Общества, он берет и дай в либеранство вот у Пентона. Все, пускай больше орехов меня не просит. Так ты же есть орех. Ну да. Мы требуем орех. Не он орехов захотел. Кстати, да, и он там выше написал, пропустил это, там, он говорит, и что теперь у него, что, лещанка? Лещанка, это хорошо. Чат на ютубе того, в смысле? Не работает, что ли? Ты попробуй еще раз напиши. Белозист от Алекс переквалифицировался. Переоделся. Ничего того, жираф, ты плохо писал в чат на ютубе, вон он работает.
Жираф, он не только у меня не пропускает слово дурак. Это YouTube, видимо, все ругательства фильтрует каким-то образом. Я не знаю, как это отключается. Надо, блин. Иди домой, надо. А, нет, француз, правильно. Взяла, убила мента и ушла, короче. Может, она посмотрела, блин. Хуй, блин. Трибил, наверное, достаточно, блин. В ночном дозоре, да? Почему в ночном дозоре? Потому что он ночью и дозорный, поэтому ночной дозорный. Ну да, логично. Вот так забавно, то что я помню, я сравнивал то, что текстуры во второй готике, которые вот на земле натянуты, там трава и так далее, они даже в ванильной второй готике выглядели более четко, чем то, что в итоге это, в третьей готике они зафигачили. Так, окей, балда пропускает, значит, у нас YouTube сатанист, член пропускает, ну, член общества и так далее, да, нормально все. Сатанист, член. Сатанист, член. Оргия, призыв дьявола. Вроде все сходится. Я не понял, у вас тут обряд начались, да, мы изгоняем белоизиста. Всего лишь щитка, блядь. Просто он это и спросил. Чего? А вот. Мы изгоняем белоизиста. Белоизист звучит как какой-то дьявол. Это сельчанка. Больные люди кругом, у одного деменция, у другого лещанка. Первая стадия папайка, а потом личинки. Папайка. Да. Бабайка, папайка. Папайя-фобия. Да-да, мере температуры, и он там пишет белоизист. Прощай, ведущий, прощай, зритель. Поклоняйся мне, великому Зевсу, я сделаю тебя владыкой всего, что ты только видишь. Ой, блядь, пожарник хуев.
тоже горит. Все, блядь, горит. Туши, блядь. Жираф, нафига тебе модерка на моем YouTube-канале? Вот во второй годике обалденно, когда чистое почти небо, но пара тучек всего лишь летает, и светло, и дождь идет. Красиво. Буду писать, что ты дурак, но ты понял. А, окей, нет. Сиди на Твиче. Это же чтоб меня гад, ты шутишь, что это за бред? Эй, да-да-да-да-да-да, это скорее ссылку на видос кинул, что ли. Всякое ржавое говно валяется. Это они у меня покупают доспехи и все требуют, правильно? Я сделаю тебя владыкой всего, что ты только видишь. Да. Тупые боги. Я зря перешел по ссылке, говорит Белозис. Ты не... Да ладно, ты чё? Готика рэп, это прикольно. Не то чтобы прям мега ха-ха-ха, но сделано неплохо, более-менее. У меня 500 рублей снялось. Ну да, конечно, ссылка на YouTube сняла у тебя 500 рублей. Я верю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это третья стадия лещанки. Так, валим отсюда нахрен. Да это с промокодом. А промокод у тебя откуда? Кот Лещанка. Да. Блин, убили. Где-то сохранился последний раз, вопрос хороший. Блин, далеко. Ну ладно, пофиг, не так далеко, как я думаю. Ты бы дал мне модерку, я бы дал себе модерку, танцуй под Goodbye Horses. Жираф. Жестко бы дал модерку. Промокод я купил за 300 проверенного человека. У Моргана, что ли? Он любит с этим подобным тут мошнить. Погоди, хотя нет, ты же за 9.95 вроде Морган, да, толкаешься? Или он ушел вообще? Не знаю. Ах, негодяй. Отошел, наверное.
гороскоп не говорит тебе не выходить на улицу неделю, что ты будешь делать? Не выходить две. Ой-ой-ой. Крыса сверху упала на меня. Огромная. Бренный мир готов для тебя. Ну, Артемида атакует, иди. Жопа, блядь, с ручкой. Чё она будет делать? Писать. Ой, блядь, ты сука. Ой, бля, она ещё этих амазонцев тут привела. Кошмар. О! Блядь, что ты там, конфет принёс, что ли? Там зуб так сейчас был дыщ. Ну да. Это Морган был? Нет. А, ты? Я думал, Морган вернулся с таким звуком, и я пришел смотреть, что там, блин, конфет принес. Я салат принес, а предварительно выключил. Может, он кусами не впустит. Вот она чё. Гором, ты проходил Готику 2? Хороший вопрос. Кошмар, ну, какая же она шлюха, ну ладно. Да, Жираф проходил много раз. Просто первую больше. Понятно, что пищи не хватает. Спасибо этой шлюхе, блядь. Которая амазонок привела. Ага. По самым, блядь, болезненным точкам ударила, блядь, съебал. Да, Арканию Жираф я тоже проходил, причем на стриме вместе с Адоном, и я же, блин, говно. Хорошо, что ты не искал Готику 4, потому что теперь не существует такой вещи, как четвертая Готика. Тяжеловато разобрать. Блин, ну можно свитками попользоваться. Меня пугает игры пирами, потому что они похожи друг на друга. Так и есть, они пипец схожи друг с другом. Геймплейно они мало чем отличаются реально. Только в Эликсе они там добавили это. Джетпак тебе. Так, пойдем там посмотрим, траву всякую пособираем. Просто не хочу понять, выбирать... Чего? Не хочу понять, выбирать между трех сторон. А, выбирать из трех, типа, лагерей, так скажем, да, это понятно это. Но тогда мы в третью готику можешь рубиться, там вообще ничего убирать не надо. Ты можешь кем угодно быть. Там, то бишь, нет привязанности к фракциям. Типа решили такой совсем открытый свободный мир сделать, но хуй знает, по мне они переборщили со свободой как раз.
Очень часто происходят такие моменты, сидишь и ты думаешь, это, блин, сука, куда же мне идти, зачем мне туда, где вот это может быть, и так далее, и так далее. Третья часть не самая лучшая ни разу. Это для меня вот топовая, это вторая с ночью ворона. Третья, она пипец и вышла забагованная, и недопиленная. И до сих пор умудряется, что даже с комьюнити-патчами всякими, которые игру должны, по идее, делать очень стабильно, и все равно, блин, как-то хреново работает. В общем, она и с ними. Бывают подвесоны. Я даже на ютубе ради интереса смотрел это там, вот, типа, ай-7 там какой-нибудь, это, проц, типа, стоит у чувака, и на ультрах как готика смотрится, и у него там и видюха чуть ли не 1660-я какая-то, NVIDIA стоит. А моментами готика берет и зависает просто на секунду, там, на две. То есть само изображение все мега гладко и так далее, а потом фигак, и так зависит на две секунды, и опять все плавно, все хорошо. Но вот эти подвесоны, они подбешивают. В отвергнутые боги вообще дополнение не стоит играть. Это такая санина, это и, в принципе, блин, тоже... Она еще хуже, чем третья готика вышла, блин, оптимизированной. Индусы там вроде ее какие-то делали. Ну, дополнение то есть. Хотя не помню, вроде бы не обязательно. Это не было таким аддоном, то что тебе обязательно иметь у себя третью готику и сверху накатывать этот мод. Аддон, точнее. Были же такие, типа, в SWAT 4, я помню, там аддон был какой-то. Синдикат Стечкина. Да-да-да, точно. У меня просто лежит он на полке, это, и я помню то, что на нем написано то, что требуется там это еще SWAT 4. Ну, конечно, ну понятно, почему я делаю, чтобы продавать еще и оригинальную игру. Ну, это почти у всех такое. Угу. Варма, у тебя есть Hidden Gem RPG? Нет, что это такое? Hidden Gem, что? Спрятанный камень драгоценный. Какая рарная вещь такая. Ну, то, что да. Выделяющийся такой прям. Но мало кто заметил. Наоборот, не выделяющийся, но стоящий. Ну это, знаешь, как Шантая часто это вот так как раз ставит такие моменты, потому что она вышла уже под, совсем под закат геймбой колора. Сама по себе игра обалденная была, но ее затмили там просто всякие покемоны, Марио, это, и то, что уже конец консоли подходил. Так, кто тут, блядь, с лесом торгует? Продает, а вот всем как раз. Во, вот он, Лотар. Какая-нибудь малопопулярная игра, но она тебе очень интересна. Ну да. Платформеров еще живы. Чего, платформеры, то есть, ты имеешь в виду? Конечно, живы. Платформеров дофига. Папайя, например. Ну, со времен Папайя просто не играл немножко. Не, это жираф. Пишет, а не белозист. Перелогинец. Ну да. Может, немецкую озвучку у меня от глянца уже жопа в глянце? Нет, нельзя. Кому-то печь не нравится, что хорошо. Ну, у меня было такое время тоже, то, что он меня задрал, то, что он повсюду прям был. Бля... Я отвечаю, невозможно включить телек, пощелкать каналы и не наткнуться хотя бы на один ролик, где глянц. Все, блядь, горит в жопу. Я тогда больше чаще слышу этого, как он. Выбери меня! Голос со СТС. Тебе не придется бояться. Не помню, как его зовут. Это потому что я не даже не гражданин, да, ты даже не гражданин. Вот опять Лотара два голоса, один обычный, а другой, видимо, да, озвучивал, который. Даже качество совсем другое.
он либо говорит как нормальный чувак, либо как немного такой гомик. Слишком играм, ну Детройт может, ну, и то с натяжкой играм тоже, бля, лет до хуища. Сейчас посмотрим, по-моему, там только Демкимон предлагает поиграть в демо. Ну да, вообще про цену. Сколько они ящи стоят, там ничего еще интересного. Все, он сказал, это ты даже не гражданин. Ура! Все, вырубаем игру. Перетянут бы я поиграл. Что? Ну, Игреси Heavy Raid сейчас стоит почти 800 рублей. Ну, нормально. А Детройт сколько? Так, сколько стрима живет, надо бы на перекур сгонять. Сейчас. Ну, Детройт уже чуть больше полутора стоит. Ну, полтора часа, наверное. Сейчас приду. Детройт и стоит здесь погонять. Ты нанес 28 ударов ножом. Тебе это нравилось, да? А что, это не статуи там у тебя видят, интересно? Ага. Там еще такой момент проскакивает, как будто это статуя так с тележку на тележке, так, тележку на тележку так перескакивает. Что-то на складе они такие здоровые стоят, а когда в тележке грузят, ну, внимание. Да, меньше. Это Афина, спрашиваю. Угу. Афина какая-то не цветная, как будто из хлебного мякиша сделали. А, перед просто подсветнее. Потом надо еще Зевсу построить. Но пока Афине, чтобы от этой шлюхи безумной, блядь, не защищал хотя бы. То, Афродита набегает. Ну, Афродит хуй с ней, она один раз была, убил Менталфа. Мне Артемида поднасрала так нихуя. Простой смерть! Аполлон нападает, блядь. Ёбаный урод, вы чё, подождать, но вообще храм дойдём. Чё за... Такой бесчимучий пришёл, блин. Хотя там этот, ну, мне надёжка. Do you like to see? Мне надёжка, где вот храм этой Афини был, там лесок сверху по карте, и там какой-то такой громадный чувачок такой коликом проскочил, такой прошнырнул. Это кто такой был? Вон он опять бегает. Так он. Он что-то к городу добежал сейчас. Да он, короче, какой-то чувак. Это охотник такой, горбатый такой, сгорбившись.
Он так забавно так их шныряет. Ушлый. Человечек. Ну, чтобы кабаны заранее не спалили. Последняя партия мрамора и Афин наконец-то сделан будет. Тут педераст золотой бегает, думает, как вся дома. Поклоняйся мне, и я тебе дам слово. Диван, Аполлон ебал. Все, Аполлона прогнали, пошел на еще и свет нахуячил. Он его прям хуячил, блядь, свет. Ну правильно. Больше, блядь, не возвращал. Задачи. Афина пришла. Смерчью сну устраивает. Там за храмом такие скелеты с сигаретами в зубах. Переломанным эндазом сидят. Рон Проныра. Я просто помню, Рона Уизли так перевели в одной части Гарри Поттера. Да нет, вот эти охотники ванчи бегают, они такие полусгорбившиеся, такие забавные, шустрые. Потому что у них спина по форме кабанов, которых они тащат. Понятно, дело, они бы из леса там шли с кабанами на спине, а так что они это. Ну и... они уже это у них там. Профессиональная такая штука у них теперь по жизни так. Спина деформировалась, да. Под форму кабана. Ага. Представляет охотник. Я видел их кабан. Бежит. Там просто такой забавный кадр был, что там мальчик. Камеру на охране сфокусировал где-то так сверху, так через лесок один такой одинокий охотник. Выбери меня! Пробежал. Тебе не придется бояться огня. Жирный лендлорд. Блин, это звучит как какой-то босс мафии. Жирный лендлорд. Как толстопуз почти. Так, теперь надо прикинуть хуй к носу и посмотреть, куда мы это там. Самый идеальный, конечно, вариант это вот сюда. Там где-то заходит. Прям хорошо входит. Да, но там у тебя стоят уже какие-то штуки. Да, но я их переставить могу, делать. А. Их прям передвинуть можно, или ты сносишь и строишь? Не, я сносишь и новый поставлю. Блин, с этим персонажем у меня грустные воспоминания, к сожалению, это... Ну, тут, короче, есть чувак, это... Про него целый фильмак один чел снимал, с ним общался даже там это. Он там 3 серии сделал, это он там недавно умер, блин, зараза его. И на мотоцикле, что ли, разбился. Печально. Ну ладно.
Да, там какой-то снайпер. Ну, он по готике второй делал ролики, короче. У него ник там вот какой-то снайпер был, это я помню точно. Мы с ним еще, я в школе еще учился, я с ним списывался, потому что я сделал клип тоже тогда по второй готике. Точнее, набрасывал его, так его не доделал, это залил на YouTube, там он уже удален, его не найти нигде, то, что я много негатива собрал тогда, а он сказал такой, блин, ну ты чё, неплохо, там нормально все. Я еще помню, я его сериал тогда еще нельзя же было это, с YouTube ролики в ВКонтакте это интегрировать. Я их перезаливал туда, это он мне спасибо за это сказал, потому что, блин, как раз пытался найти свои ролики, это они тут уже залиты, спасибо. Я говорю, да нет, не за что. Но он мне много рассказал там это про всякие фишки, какие в консоли можно прописывать, там, для управления камерой и так далее. Было прикольно. Выбери меня! И никогда тебе не придется бояться огня. Че, Лена? У водоемов нет никаких, что ли? Че? У водоемов, говорю, нынче нет каких-то? Не-а, тут одни вон, поля с кабанами. Бегают кабаны, за ноги кусают. Так даже лучше, потому что, блядь, из воды там, что рыба, что устрица, они как-то, блин, очень тяжко добывают. Такой самый геморройный способ добывать еду. Блин, ты чувак пик, хочешь, чтобы я бабе бабу поел с тобой? Чё ты? Баба, ну, должна одному торговцу баблам, говорит, иди выбей из нее эти деньги, и я замолвлю за тебя словечко. Сам щет. Чё такое здоровое, храм Зевс? Да. Торцом к этому будет стоять. Храм Афины. Угу. Не по фэншу это вообще. Требования, да. Какие там, кстати, неинтересно даже. Ну, из процессов Core i5 6600K. Шестого поколения даже, нифига себе. Да, либо у них просто хилая оптимизация. Ну да, просто она же чисто под плойку делалась тогда. Ну что, неужели на плойке такое железо, что пиздец там? Нет. Да, на плойке железо охренительное, только там это, про проц, можно сказать. По-хорошему, он должен идти вот на моем ПК вообще, блядь, по оптимизации, если бы его правильно оптимизировали.
Ну это я рекомендован, и так пониже и тут еще есть. Core 5 4430. Или AMD FX 6300, это подожди, да. Потом 4,8 гигабайта памяти. Из рекомендованных видеокарта GeForce GTX 970 с 4 гигами памяти. Либо AMD Radeon R9 390 с 4 гигами памяти. Видите, жрачку везут, блять, ебаный рот. Кого? Жрачку везут. Они жрут, пиздец, блять. То амбар никак нет. Постоянно полный, то, блять, уже нет. Угу. Минимальная видеокарта GTX 660. Зубня гигабит. Не знаю уж. Кого этого? Удуш. Сколько там ушло ресурсов на полигоны на сумме на депо за трещине между зубов. А ну тут точно такие же, как и каверейн. Выбери меня, и никогда тебе не придется бояться огня. Ладно. Больше пшеницы не продаем, мы, в принципе, на один доспех выезжаем достаточно. То мне уж самому, блядь, перестает хватать. Ну, Гордянская уже помощнее системы требования. Процессоры такие же. Ну, Бердянск, понятно, он вышел позже. Ну, процессоры такие же. Памяти на 12 гигов. Видеокарта GTX 1060. Либо моя вот RX 580. Пишут, что 4 гигов достаточно, не 8. Какие еще игры эти Quantic Dream сделали? А, ну, Фаренгейт, Heavy Rain, вот эти с Beyond Souls, Detroit, а до этого еще это No Man's Soul, или как она там называлась? No Man's... Ну, да. Как что-то там Дэвид Боуи еще. А, Омикрон там что-то. Да. No Man's Soul, кажется. Вот она у меня есть даже. По-моему, она у меня есть даже. Да, ну вот и все, больше ничего не делали. Да, Омикрон, No Man's Soul, да. Почти как Modern Talking, да. Почему-то я не указал, что это Quantic Dream, когда ты кликаешь в магазине на них. А, Developers Quantic Dream. Там не указывается. Все, Detroit и Heavy Rain, они проще могли. RPG, Sci-Fi, Cyberpunk. Кажется, прям слышал. $7 сейчас стоит. Паски. Shenmue 1 и Shenmue 2 в стиме, сейчас. Ну да. Shenmue, я как бы хотелось бы пройти, но она пипец в некоторые моменты нудная становится. Когда тебе нужно дождаться 8 вечера, там, допустим, и тебе чем-то тупо ходить надо заниматься, ты не можешь промотать время. Ну вот.
2000 рублев и первые две части у тебя в Steam. Угу. Даже чипки прикрутили. Ну да. А третьего нет? Че, сейчас? А, третий ну, он в этот, выходил, что? В Epic Games, блядь. Ага. А вот и в Steam есть страница Shenmue 3. Ну, страница-то есть, но игры нет. А, ну планет релизные 2020. Да, да, ожидай. А, она как вышла-то недавно, оказывается. О, окей. Она говнищем оказалась. Но новые мы все равно делаем. Опять, блин, репетур прибежал озвучивать еще реплики другого персонажа. Я просто думал, показалось ли, нет, сейчас другую реплику услышал, уже не репетур говорит. А у вас это, Брофорс есть? Брофорс, блин, что-то кажется есть. Ты смеешь меня злить? Полон напал, блядь. Афин, дай мне пизды, блядь. Походу, тут ошибка одной ночи. Не, Брофорса нет у вас. Нет? Окей. Я, наверное, где в него уже подходил. А. Мне, наверное, он в этом, бля, еще Артемида атакует. Вы что там, заговорились, что ли? На плойке, короче, наверное, не выиграл как-то. Где тебя носят? Иди, блядь, убивай. Так, Артемиду прогнала. Остался этот хуйсос, блядь. Блядь, Арес атакует. Вы чё там, блядь, понос, что ли? Да. Почему он себя Ареем называет? Решил, блядь, замаскироваться? Я тебя узнал. А вот и нет. Да, вон у тебя сандалии торчат. А вот и не торчат. Это же я, Рэй, блядь. Ну Афина молодец, она всех их раскидала, как сука. Всем смерч или смысл. Угу. Нимфоманка, блядь. Смертельная. Роковая женщина. Этот городской центр, слышит, уже на раз третий, блядь. О, Афродита пришла, блядь. Ёбаный рот. Проходной двор для богов какой-то, а не карта, блядь. Она ничего страшного не делает, она максимум там мента убьет, блядь. Или там уведет пару мужиков. Андрюха, Афин только пришла, она уже съебалась, блядь. Я, ну нахуй. Давайте, кто там, блядь, еще придет, нахуй. Если тут, блядь, проходной двор. Че, приходит такой рад такой, а, блядь, я же из другой религии, сорян. Я комрад. Я этот ролик с Майта сегодня посмотрел, там Ктулху анонсировали, блядь. Там Зев стоит, и там огромный Ктулху просто перед ним, блядь. Там же всех богов смешно. Да, 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 там. Мах, там забавно, что ты же за богов там играешь. Да, да. И там эти маленькие людишки такие бегают. Там из наших есть Баба-Яга, Чернобог, блядь. Хуенные боги. Угу. Баба-Яга прям. Выбери меня! И не про про Перуна никто не слышал. Про Ярила, блядь. Ярила. Ярила. Mm-hmm. На лени пил.
Эй, Ярела, дай мне пиво. Перун приходит в бар, блядь. Бля, за ш... Хули жопа! Хули твой сварок с этим сделает? Блин, ну может я поговорю с свароком? Да хули твой сварок сделает? Там же еще этот, какая-то богиня смерти же была, это Марана или как-то так ее звали? Марана? Марана. Ну а то они именно как Бабу-Ягу позиционируют как бога смерти. Ну это за рубежом, наверное, самое популярное, ага. Что есть Баба-Яга. В этом, в Rise of Tomb Raider забавная DLC была с Бабой-Ягой. Ну да. Да. Осталось только Зевса, блядь, построить миссию прошли. А вот это такой домик горел, пожарный забавный, так он ведро держит, так спинки на ногу так переминается, такой бля-бля-бля-бля-бля. Ты какая дед-то, который кастрюлю ест. Фак-фак-фак-фак-фак-фак-фак. Фак-фа-фак-фа-фак-фа-фак-фа-фак. Так, тут 24 партии дерева. А тут у меня уже 32, поэтому дерево больше нахуй не покупаем. Бля, кстати, помню, что здесь ополчение просто с этого, с немецкого переводили пиратку, и там милиция было написано у них просто. Я заходил такой, ну, бля, здесь менты ебаны. Ну, это, возможно, не косяк перевода. Ну, естественно, там в оригинале милиция так и написано. Да, милиш. Милития. Да, ну, милиша, говорится. На немецком так произносится, да? Нет, на английском тоже милиша. Не, а на немецком игра-то немецкая. Ну и на немецком, видимо, так же. Просто такой же косяк, помню, с в этом. В Age of Empires 2 от Фаргуса. Там в начале игры там эти обучающие миссии тебя там просят построить, точнее, создать этих две этих ополченцев, два юнита. Ополченцев и. А в задании написано ополченцы, но по факту, типа, надо было милицию создавать. Я смотрю, как, блядь, нету ополченцев, такой ну, рабочий милиция. Я вот так вот застрял на первом же туториале. Там весь лес на карте уровень, потом что-то так. Блин, кстати, насчет туториалов, я всегда забываю, что в первой мафии реально же есть туториал, там это в начале, это в меню выбрать можно. Там в клубе начинается. Чё-то такое, да. Заходят три мужика, начинается. Я помню, когда в первый раз в мафию играл, я пиздец не мог пройти эту миссию, где надо было вначале это, на такси удирать от каких-то пидоров. Просто невозможно, блядь, было оторваться и ебал, блядь. Это тоже. Мне потом показали там шорткат, где надо, по заборкам можно проехать. Больше всего вызывало трудности это ориентироваться в городе, там, наверное, для этого и сделали эту миссию долго, где там надо пассажиров катать. Чтобы по городу более-менее ориентироваться. Ну да, наверное. Там, там-то, в принципе, не сложно, там единственная сложность, это как на мосты заезжать, хотя на другой берег надо. Сейчас там все удобно, везде эти развязки, вот, эстакады, а там, блядь, только найдешь этот поворот на этот мост.
диски перебирал, там было. Жмурки, русская версия. Игры, что ли? Ну да, мод на мафию вот этот. Там где-то вместо машин, там, так, вместо таксишки этот. Бомбиловская Волга. Бандитский Петербург, что ли? Нет, это не бандитский, это и. А хотя, возможно, это и был бандитский Петербург, но как бы. Ну там еще в начале это коп, которому приходит Томми Анджело, рассказывает, что он черного цвета такой сидит. Этого я не помню. Я единственное, что помню, что там вот было машины просто вот, российские все. Интересные. Диски, кто-то собирает диски, в смысле жирафы. У меня тоже тут дохренище дисков на полке. Ну да, валяет. С тех времен с нулевых начала. Ну да, у меня и пиратские какие-то валяют. Мне было бы вообще. Это раза как в три нет больше. Появился уже, как-то похуй стало. Ну да, когда все скачать это можно-то. Не, жираф, ну, я просто искал один hidden gem свой и перебрал все эти пиратские диски, я, кстати, их выкинул нахер. Ты его выложил тоже, hidden gem? Чё? Нет, я еще. Да блин, надо как-то сделать так, чтобы я из дома уходил, чтобы полностью этот фильм записать, потому что он идет немало. А то я буду там постоянно дрочить этот экран там. Пришлите мне пиратки, говорит жираф. Нет, что они мне самому нужны на палочке? Они ему зачем? У него там интернет вообще беда. Да не, может он коллекционирует их просто. Никогда тебе не придется бояться огня. Я из своих пираточек такой всякие угарные экземпляры оставил. Типа вот этот «Принц Персии», «Дыхание времени», где этот Конан, там, Питер Джексон Кинг-Конг. Питер Джексон Кинг-Конг, кстати, он, блядь, рарный довольно. Да ну. Он, я когда в него играл с этого диска, он мне показался каким-то кривым. Потом я понял почему, потому что его, по сути, это был порт 3DS. Погоди, чё, 3DS? Ну, с Nintendo 3DS, да, по-моему. По-моему, он раньше выходил когда-то. Кто? Ну, King Kong. Ну, вот где этот стилус был, вот это вот? Это же не 3DS, это, ну, Nintendo DS, ну ты понял. Прототипка. Не, там бы он не пошел на обычном DS. Я тебе говорю, там он тут. С диска сейчас не поиграет, что-то с защитой связано, только репаки. Я про Кинг-Конга, говорит он. Да, на довеске она была. Не знаю, мне явно в консоли нет. Потому что, блядь, монитор DS-ки не может даже такую графику, как в Кинг-Конге, потянуть. Я уж про более сильную молчу. Там они могли какой-нибудь этот сделать, 2D-платформер по мотиву. Нет, полноценная 3D-шная игра. Там. Ну, выглядит это везде страшно, конечно, но... Как бы, факт. А, так нихера, она куда только не выходила, оказывается, и на GameCube, и на оригинальный Xbox, и на PS2. Ну. И на Game Boy Advance даже была какая-то версия, это PSP. Сравни картинки с консоли и вот с DS. Чё ещё? А, мы парбурские кисочки я сохранил, естественно, куда без них. И это подряды, блядь, десочки это с вампирами. Про маскарад и второй какой-то там армия тьмы какая-то стардашка непонятно. Ну и игроманию сейчас сохраню, потому что ночь игромания. Я еще, блин, проблема такая, что у меня видяха здоровая, пиздец, и она перекрывает эти слоты. разъемы подсата кабеля, да. Я как бы, когда последний раз этот диск проверял с порнухой этой, который разный. Мне пришлось свой этот включить HDD, чтобы подключить привод. Бывает. Кстати, хорошо, что я напомню на завтра, когда из дома пойду. С малым сидеть, включить эту порнуху. Сколько малому лет, блядь. Приобщаться.
Не, я там из дома-то ухожу в этот. На квартиру иду. Только надо будет все равно дверь зайти, мало ли. Не зайдет у меня там уха на весь экран. Монитор просто выставит. Там этот актер я тебе писал в Дискорде, который этого играл. Ну да, я говорю. Довольно дохуя где снимался, даже за пределами порнухи. Да, вообще. Ну, он, правда, в трешаке в основном всякий играл. Ну, да. Я еще только смотрю, думаю, блин, что за лицо такое знакомое, да, да. У меня там в голове Джо, образ Джо есть, Билла, где мне его. А Ивел Стоунер типа говорит. Дай сюда, да, блядь. Сядь, блядь, сядь здесь. Сюда. Дай, блядь, сюда. Сядь, блядь, Выбери меня, и никогда тебе не придется бояться огня. Там же вроде это планировали сериал по этой цветым и струщам. Что-то в итоге все заглохло, как обычно. Не знаю, мне кажется, не тот формат. Второй фильм уже довольно слабым получился. Мне кажется, он придумал такую пиздатую идею для одного фильма, жаль, и да. Дальше уже там развивать было особо нечего. Ну, второй фильм не тоже не особо, не то чтобы он прям плох был, он нормальный фильм получился. Да, сорян, я тут просто диалоги слушал, это в каком фильме? Цветы и Строща. А, понятно. В втором фильме этот персонаж забавный, вместо Рока появился, хотя Рок там тоже появился в эпизоде. Там вот Цезарь. Ой, тут Цезарь, Ромео. Мексиканец. Причем этот актер, который его играет, он этого озвучивал Цезаря в GTA San Andreas. А, все, вспомнил. Это этот, который мексикашка, что ли? Ну да, да, да. Который парень сестры. Ну да, 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 да. Эй, Цезарь. Или как раз? Сизарь. Да, да, да. Крус покидает Санфьера, да? Мне бы силу апнуть, зараза, я пока не... А, наверное, у ополчения надо будет поговорить с ними, я уже забыл. Так, сохранимся. Гритта, Ритта, блин, здорово, сейчас будем БППЕ устраивать, ладно, шучу. Ну, во второй части еще что-то прикольно понравилось, это вот предысторию Эльтучи показали, очень годно мне показали, ну, мне понравилось. Что он там... Набираем в гугле мексиканец, который озвучивает всех Цезарей. И чем мы видим? Дефо там почему-то только в конце появился. Кто появился в конце? Дефо-то этот. Детектив. Так он же там, типа, умер. Подставил свою смерть. И там как раз-таки, когда они в тюряшку-то загремели, он появился, карту свою раскрыл. А вот что-то я забыл, что с Цезарем случилось? Ой, с Цезарем, с Ромео. Да, не помню. Эти-то в тюряшку загремели. А вот что с Ромео Флетчер, я что-то А актер, который вел тучи, играет вообще стендапер? Окей. Ну он такой солидный дядька. В первом фильме он смотрел. А подожди, а какого вел тучи, который молодой в этот в флешбеках или с которого именно старый уже? Хороший вопрос. Так, ладно, хватит, блядь. Пиздить, где золото? Так, у меня есть соточка, за нее заплачу плохо. Мне сейчас главное не золото, а больше опыта намутить. Лавлапимся. Я помню, как, блин, мне втирали про GTA San Andreas одноклассники. Вот, смотри, Rockstar вернулись к истокам. В смысле, ну у них же всегда это,
просто слоган был «Respect is everything», поэтому тебе вначале больше этого дают. Респекта там от всякого, а не денег. Выбери меня, и никогда тебе не придется бояться. Вместо Дефо взяли тёлку такой отстой. Так жираф или туча-то это там молодого или озвучивает, или как, какого там, или чё там, я запутался уже. Ну, наверное, он про старого имеет в виду, который, ну, старого или тучу уже. Старый, конечно, говорит, да. Там вот в первой части забавный момент, когда там они на месте преступления, когда там эта перестрелка с летучей случилась первой. Mm-hmm. Или кто-то последний. Шесть мужиков. Да, говорит, шесть мужиков. А тут они не ждали, их встречали шесть мужиков, и у обоих стволы в руках. У всех стволы в руках. Ну, или это был один мужик с шестеремя стволами. Говорит, слышь, блядь, ты думать потом будешь. Давай думать буду я, гений. Да. Ну что там с образцами крови? Не могу взять нормальный образец. В смысле? Все залили аммиаком. И все залили аммиаком. Блять! А кто они нахуй такие? Первый раз такую хуйню вижу, блин. Да кто они, блядь, такие? Во второй части там эта сцена-то, где они попадают к этому в бар Калерокко. Там у него этот котик Скиппи на барной стойке, которого он пристрелил случайно. Там этот забавный момент в первой части, когда там они кота-то, он кота-то случайно пристрелил, кота об стену размазало, и там, когда они все убрали, там эти приходят, его подружка-то его обдолбленная. И там на этом месте, где это кровавое пятно от кота было, там эта фотография котика этого висит. Я не заметил. Ты чего, я приласкаться хотел, ну ты пи... Чего? А, ну да. Что ты делаешь? Я просто приласкаться хотел. Приласкаться. Когда в гей-баре сидит, пьет, наливай, педрило. Все такие на него посмотрели. Ты уверен в этих парнях? Ну, в двух-то я точно верю. Вот он мексиканец, он какой-то придурковатый. Да, я понимаю, о чем. Рокко держит, точнее, этот... Ридус держит Рока, Рока держит священника, mm-hmm. священник Дефо разговаривает в этот момент. Да. Напряженная ситуация. Выбери меня. Там не Ридус, там и второй. Не Ридус второй раз туда отходил. А, ну да, да, да. Пути Господи несведимы. И что это, блядь, значит? Как-то вначале в этом, блядь, что-то там сказал. Храни веру, старина, отсоси-ка, блядь, там. Какой-то уголовник там вели, блядь. С винтованной жопой, ты куда? Да никуда, собрались. Ты бежишь, да. Ты куда идешь? Да никуда. Потом он прыгнул на этого парня и сломал его нас. Если такое повторит. Нет, напомню, в какой-то миссии невыполнимо было, там Том Круз вылез через окно. Это одно из последних, там, протокол Фантом, кажется, назывался. Это он там такой-то вылезает в окно из больницы, это и там за ним мент наш гонится, такой выглядит в окно, смотрит, тут на карнизе стоит, такой, ну что там, это не получилось, ну идея была неплохая такой. Thank you.
к этому, да. Слушайте, а можно мы у вас перекантуемся ночью, чтобы журналисты нас не донимали? Mm-hmm. Да, конечно, можно. Можно ведь? Но если твоя мама разрешает тебе, друзьям, оставаться с ночевкой. Так, надо чуваку пизделей дать, чтобы он перестал дом колотить свой. Ой, все, наконец, все, построю эту гамму. Храм-то? Меня зовут Чехов, ваш бар закрываться. Чехов? Чех. А я Спок. А Рока будет Скотти. Ты чё наделал? Блин, застрелил вообще на глазах у всех. Сколько там было? Ну, человек 5. Ты чего наделал сразу этого котика в лицо? Я только листовки всем не раздавал. Да, да. Вообще на глазах у всех. Я в полу застрял. Там мне уебали, я в пол вошел как гвоздь. А, во, вылез, окей. Да встань ты, блин. Я ушел из... Да блин, дайте выйти-то, я ничего не вижу, блядь. Вот. Все? Успокоились? Блин, горожанка бешеная на меня нападает. Фига она жирная. Что там? Ну не в плане то, что она жирная, ХП много. Что там за случай? Да, перестрелка в одном из местных кафе. Блядь, и вы мне только сейчас об этом говорите. Ну, я. Быстро по машинам. Блять, ненавижу приходить на место преступления слишком поздно. Ладно, заебись, Мишки, просто все изглотим, блядь. Однако все более или менее традиционные. Сколько тут 6 городов. Финально, что ли? Ну, видимо, наверное. Ну, раз трое еще надо захватить. Но я все равно в следующий раз продолжу, там еще вторая компания. Заберут животные на территорию города сами, а под покровом ночи солдаты атакуют город изнутри. Тогда вы смело можете посылать еще бойцов для атаки трое снаружи. Такой двухфланговый штурм. А ты еще на изи играешь? Да. Ну, сейчас осталось только решить, какое же животное проблемы? Мы будем сложить. Прикинь, если это на изи так. Она повыше сложностью различается, я даже не помню, по-моему, блядь. Только с ресурсами там что-то связано. Лошадь! Да я вот в РТС и подобных, я, блядь, не представляю, как-то у них сложности очень резко варьируются от, ну, более-менее сносной к жопораздирающей. Да-да. Там буквально со средней, ну, даже с легкого на среднюю уже какой-то пиздец начинается. А если на сложную сразу, то, блядь, все. Угу. Туши свет. Так, Фелон, вставай, давай. Ну что, сейчас сам пойдем тогда получается, да. Или как? Ну сейчас квест один сдам тут.